Ночью с воскресенья на понедельник в селе Несть произошел пожар, который унес жизнь одной жительницы сгоревшего трехквартирного дома. Подробности далее. В 3 часа 45 минут в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступил звонок о возгорании трехквартирного дома в селе Несть. В результате пожара дом полностью уничтожен огнем. По результатам пожара уже при проливке и тушении на месте пожара обнаружены останки тела проживавшей женщины. Еще 8 человек были эвакуированы, из них никто не пострадал, медицинская помощь никому не оказывалась. В тушении пожара участвовали личный состав отряда государственной противопожарной службы, представители ЖКУ села Несть и местное население. В настоящее время причина пожара устанавливается. Спланирован туда выезд дознавателя Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу. И материалы будут направлены на экспертизу для установления причины пожара. Пожар в Неси стал предметом для разговора на оперативном совещании главы региона с руководителями органов государственной власти. Юрий Бездудный считает, что 2 последних пожара в этом населенном пункте свидетельствуют о недостаточной профилактической работе с населением. Значит, нужно начать масштабную профилактическую работу, чтобы мы не констатировали факты пожаров, а чтобы мы их не допускали в первую очередь. Также глава региона дал соответствующее поручение руководителю Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО. Нужно оказать всяческую помощь этим семьям по линии департамента. Думаю, и по линии Красного Креста тоже мы им окажем помощь. В настоящее время погорельцы разместились у родственников. Юрий Бездудный поручил изыскать для них маневренный жилфонд в селе Несь. Катерина Тейбре, Антон Ведряков, телеканал «Север».